Выставка современного искусства приехала в Нарьян-Мар. Открытие намечено только на понедельник, но уже сегодня жители города могут увидеть часть экспозиции. На площадке перед культурно-деловым центром «Арктика» начался монтаж инсталляций. Экспозиция будет представлена 13 работами. Организаторы и авторы до последнего не были уверены в том, что приедут в Нарьян-Мар. Скульптуры доставили к нам только вчера. Сделаны они из бронзы, металла, камня и других материалов, способных выдержать ненастную погоду. Поделиться секретами создания скульптур могут сами авторы. Из 6 человек в Нарьян-Мар приехали 2 скульптора и 1 кузнец. Выставка скульптуры, которую мы вот буквально вчера вечером привезли и сегодня монтируем, приурочена к предстоящему юбилею Победы, который будет праздноваться в следующем году. И основная часть экспозиции – это работы, связанные с этой тематикой. Помимо скульптур, к нам привезли выставку графики, которую также могут посетить жители и гости северной столицы. Напомним, выставка откроется в понедельник, 21 июля в 16:00 и продлится до 15 сентября.